Армянские национальные сладости, ярмарка украшений и сувениров. В фойе ДК железнодорожников встречают гостей представители армянской общины. Праздник, посвященный дружбе двух городов Самары и Спитака, стал уже традиционным для городов-побратимов. В 2019 году во время визита самарской делегации во главе с мэром Еленой Лапушкиной между городами был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Но у этой дружбы есть давняя история, которая началась с трагических событий в декабре 1988 года, когда армянский Спитак был уничтожен мощным землетрясением. Добровольцы из нашего города восстанавливали город после разрушительного землетрясения. Эти дружеские связи сохранились и по настоящее время. Большое количество людей из Армении, из города Спитака, переехали жить в Куйбышев, теперь Самара. Именно поэтому наши города объединяют очень многое. Это общая история, это уже ставшие общими традиции. По словам представителей армянской общины в Самаре, для них большая гордость и честь, что появилось такое соглашение. Община принимает активное участие в совместных мероприятиях. От нас здесь был сбор литературы, книги. Вместе с администрацией община принимала участие, мы туда отправляли, в Армению. Вот. И в том году был у нас очень большой телемост как раз к 9 мая. Мы проводили о том, как же в школу города Самары и в школу города Спитак проходит именно патриотическое воспитание молодежи, патриотическое воспитание детей. Музыкант Артем Тераганисян делится впечатлениями о Спитаке. В прошлом году ему удалось посетить город-побратим. Спитак – город маленький, скромный. Люди там очень добрые. Вы знаете про землетрясение Спитака. Ну, они молодцы, построили, все красиво сделали. Мэр город тоже все старается, чтобы все было очень красиво. Люди счастливые. Праздник в честь пятилетия дружбы между Спитаком и Самарой продолжился концертной программой. Приветственное слово от имени главы Самары Елены Лапушкиной зачитала Ирина Степнова, руководитель департамента общественных и внешних связей. Мы установили дружественные связи для взаимного общения, обмена опытом достижений, ознакомления с историческим и культурным наследием наших городов. Уверена, что и в дальнейшем наши взаимоотношения будут только крепнуть. Желаю всем жителям Самары и Спитака благополучия и процветания, успехов в деятельности, направленной на утверждение духовных и культурных начал, сохранение межнационального мира и согласия между нашими народами. На сцене творческие коллективы представили номера с русским и армянским колоритом. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.